настоящий друг. Умоляю. И ты откажись, не ходи, исчезни. Я не могу. А зачем вы вообще сюда ходите? А взрослый человек должен для начала решить, как далеко он может зайти. Я не отступлю. Я вытерплю все, чего бы мне это ни стоило. Я не сдамся. Господа офицеры, я полагаю, что военные действия начнутся в ближайшее время. Рекомендую всем привести в порядок свои дела. Ну вот и война.